вот говорят, женская логика, женская логика. Нет у них никакой логики. Муж и жена разгадывают кроссворд. Муж говорит, первый мужчина. Слово из четырех букв. Жена говорит, Коля. А как вам нравится такая фраза? Вот возьму и напишу у себя на кровати, что ты дурак. Пусть весь город знает. Кто ее уполномачивал вообще? Такие вещи писать. Где тут логика вообще? Мужчина голосует на обочине шоссе. Останавливается машина, за рулем женщина. Мужчина говорит, большое спасибо за то, что решили меня подбросить. Она ему говорит, пусть тебя другие подбрасывают. Я что остановился-то? Посмотри, у меня брови одинаковые. Где тут логика? Женская, не женская, все равно нету. Муж говорит, не знаю, где нам лучше отдохнуть. На Мальдивах, Канарах, Сейшелах. Жена говорит, не бери в голову, на месте разберемся. На каком месте она собирается разбираться? Банкир кричит на весь дом. Где деньги на 300 тысяч долларов из Японии? Жена, помешивая пепел в камине, говорит, мам, приколись, это были не каракули. Мне иногда кажется, что моя жена со мной разговаривает по-марсиански. Ты где был? За хлебом бегал. Ну что, догнал? Или ее спросили, чем вы кормите своего мужа? Да что сами едим, то ему даем. Одна меня спрашивает, вы такой умный, вам череп не жмет? Что за логика? Женщина приходит к врачу. Доктор, ну помогите похудеть, ну сколько можно вас спросить? Ну я ж советовал вам заняться сыроедением. Не могу, доктор, я этого сыра уже обожралась. Гаишник, женщина за рулем, дыхните. Она говорит, подожди, я губы накрашу. Врач говорит женщине, вот примите эти таблетки и забудете про все свои болезни. Она говорит, вот мне только склероза не хватает. Не уследишь за логикой-то. Не уследишь. Жене говорю, Кать, как ты думаешь, вот через поцелуй можно заразиться птичьим гриппом? Она говорит, ты что, дурак, целоваться с птицами? Совсем сдурел. Это не вы та самая девушка, что вчера в ресторане танцевала на столе в лифчике и в трусиках. Да ты, парень, должно быть, слишком рано ушел. Там, где должна быть логика, у них что-то там другое. Один мужчина, представляете, в Египте, ну, туристом там он оказался, встречает соседку по лестничной клетке и говорит, Оля, ты когда долг вернешь? Ведь обещал еще на прошлой неделе. Она говорит, ну ты чмо, приперся в Египет и за 100 баксов. И я подумал, зачем женщинам логика, если они такие красивые и желанные?